И снова всем доброе утро, друзья. Вот-вот уже начнутся вторые европейские игры. Но знаете, я скажу вам точно, что не только спортсменам нужны силы, но и людям, которые будут болеть. Поэтому мы пригласили нашего фитнес-инструктора сегодня, Анатолия Моисеева, чтобы он нам объяснил, как это сделать правильно, как подготовиться к этому грандиозному мероприятию. Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Ждем зарядку. Доброе утро, дорогие телезрители. И сегодня я предлагаю сделать зарядку, посвященную вторым европейским играм. Поможете мне? Конечно, давай. Давайте будем придумывать какой-нибудь вид спорта, который участвует в европейских играх. И а делать... что же придумывать? Они уже все есть. Ну давай. Ну тогда называйте, будем делать зарядку сегодня. Итак, бокс. Бокс. Значит, становимся в такую позицию, не совсем боксерскую, и делаем движение рукой. Раз, два, три, четыре. Ты можешь на ножку повернуть. Пять, потом в другую сторону. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Так, один балл есть. Поехали дальше. Настольный теннис. Настольный теннис. Отлично. Опять же, надо немножко подсесть, отставить ножку и делаем движение рукой. Раз, подсели. Потом обратно отбили ракеточкой. Ракеточку перекладываем в другую сторону. Обратной стороной отбили и сразу же отбили, не знаю, другой стороной. Опять перекладываем и делаем. Раз, два, переложили. Три, четыре, пять, шесть. 7-8. Анатолий. Слушайте, наш телезритель не видит, прости, Глеб, но у него напрягается каждая частичка просто да. Его тела. Вот мы видим. Я прям хорошо, вкладываю в движение все работает. Все. Так говорят гости, которые приехали в нашу страну. Next. Это у нас бег. Бег. Отлично. Будем делать легкий бег, марафонский. Поднимаем ножки на носочках, аккуратненько разогреваем икры, голеностопный сустав, потому что бежать нам много. Никуда не торопимся. Можем взять стаканчик воды, выпили, поставили на стол и дальше бежим. Отлично, а теперь переходим на гимнастику, прыжки на батуте сразу. Прыжки на батуте. Значит, супер-кардио-тренировка. Что мы можем сделать? Можем раз подпрыгнули ручки вниз, потом подпрыгнули поворот, сальто делать не будем, и еще один поворот, и гимнасты, ждем оценок. Прекрасно. Ну, спасибо. Давай, и напоследок, последнее уже, чтобы успокоить наших зрителей, гребля. Гребля? Гребля. Ну, придумали. Фу. Ну, конечно, там за счет ног надо, да? Но берем два весла и... Опа! И делаем. Раз. Очень хорошее упражнение. Советую. Сводим лопатки и максимально. Фу. Дорогие друзья, Анатолий скоро Моисеев финиш. Придумал зарядку, посвященную вторым европейским играм. Фу. Мы не, мы не все виды спорта. Их всего, по-моему, 16 будет. По-моему, в следующий раз остальные виды спорта тоже включим зарядку. Толик, спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Вот с тобой всегда это очень увлекательно у нас проходит, поэтому ждем в гости снова. Спасибо большое. Хорошего дня.